Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Гостеприимство начинается с порядка. Глава курорта потребовал очистить прилегающие к гостевым трассам территории. Время быть здоровым – лозунг итогового Дня здоровья, который пройдет в Анапе. Труд во благо. На всекубанский субботник вышли тысячи анапчан. Вкусная олимпиада. Студенты техникумов и колледжей оттачивают поварское и кондитерское мастерство. Сейчас обо всем подробнее. Накануне всекубанского субботника Сергей Сергеев провел совещание и потребовал обратить внимание на состояние выездных трасс, лесополос и пляжных территорий. Утреннюю планерку со службами Сергей Сергеев начал с темы предстоящего субботника. Поставил четкие задачи по его организации. Записывайте. Первое. Список свалок. Второе. График уборки. Какими силами? С привлечением землепользователей, арендаторов, либо собственников, там, где расположены. По каждой свалке хочу знать, чья земля. Следующий вопрос. Группа, которую вы сейчас выделяете, подчеркиваю, под протокол, выдвигается на федеральные, краевые и наши муниципальные гостевые дороги и определяет места расстановки контейнеров. Двухмесячник по благоустройству и наведению санитарного порядка в Анапе продолжается. До майских праздников эта работа в числе приоритетных. Глава поручил в этот же день провести вертолетный облет, чтобы не распылять силы, а направлять их адресно. Посмотрим заодно и пляжные территории. От нашего взгляда ничего не исчезнет. Листвы нет, все будет прекрасно видно. На город очень полезно посмотреть весной с высоты птичьего полета. Глава курорта дает задание управлению муниципального контроля сделать вертолетный облет города и его окрестностей, чтобы к субботнику иметь картину предстоящей работы по наведению порядка. Из вертолета все недочеты как на ладони. Во время вертолетного облета обратила на себя внимание Витязевская коса. Она замусорена так, что невозможно даже вслух произнести, что это наши золотые пески. В этот же день за подписью главы города отправлено письмо на военную прокуратуру по поводу бездействия военного гарнизона, в чьем ведении находится бесценное природное достояние. Удивило грязными лесополосами Джигинка. На хуторе Утаж заброшенная пейнтбольная площадка. Здесь, похоже, никто и не собирался выходить на субботник. До лета-то еще далеко. Но Сергей Сергеев потребовал в этот же день навести порядок там, где явные грязь и беспорядок. Коснулось это и Приморского сельского округа, где между Нижней Гастагайкой и Красным Курганом лесополосы, словно дикие заброшенные заросли. До вечера в обозначенных местах и населенных пунктах были проведены работы по благоустройству. Так что к субботе здесь уже царили порядок и чистота. А ведь все это можно было сделать и раньше. Ведь видят все это те, кто живет здесь рядом. Всекубанским субботником завершилась прошедшая рабочая неделя. Несмотря на то, что субботнее утро выдалось холодным, тысячи анапчан дружно вышли на уборку родного города. Сажали деревья, приводили в порядок дворы и улицы. Перед пасхальными праздниками приводили в порядок территорию кладбищ. На кладбищах порядок наводят в первую очередь. Надо все успеть к пасхальному воскресенью. Заодно убирается прилегающая территория. Помочь с очисткой и вывозом мусора вышли местные жители и коллективы городских предприятий. Римстроя, бюро по оказанию ритуальных услуг, водоканала, Зеленстроя. На вооружении добровольцев 3 трактора для вывоза мусора и 2 для выравнивания земли. Кроме уборки идет кронирование деревьев и обрезка сухих веток. Полным ходом идут работы. Мы видим одно из самых знаковых, допустим, мест – это уборка территории нашего кладбища. Хотелось бы, чтобы вся наша Анапа была чистая и благоустроенная. Субботник начался рано утром и продолжался несколько часов. Весь мусор, собранный на территории, был тут же вывезен. Каждый должен участвовать в жизни города, я так считаю, чтобы город наш был красивым. На сегодняшний момент объем работ выполнен огромный, потому что накапливается это в течение года, тем более, что впереди у нас через неделю Пасха, а еще через неделю родительские поминальные дни, и здесь будет огромное количество людей, весь город здесь будет, и, естественно, надо, чтобы люди видели, что здесь чистота, порядок. Сотрудники управления муниципального контроля тоже в полном составе вышли на субботник. Привели в порядок закрепленную за службой территорию. Тысячи анапчан трудились в этот день, стараясь принести пользу родному городу. Проехать по сельским населенным пунктам, своими глазами увидеть проблемы, которые требуют скорейшего решения, и дать соответствующие поручения службам. В график главы Анапы такие рабочие объезды, как правило, не внесены. Незапланированные визиты дают более полную, неприукрашенную картину, считает Сергеев.
Совершая вечерний объезд, Сергей Сергеев осматривает состояние въездных трасс. Так называемые гостевые дороги не все в идеальном состоянии. Первый пункт остановки – хутор Просторный. На что сразу обращает внимание глава – это убитая сельская дорога и обшарпанное здание школы. Учебный процесс завершен, и главу встречает только охранник. Но в таких незапланированных визитах есть своя польза. Я люблю, когда не жду, когда все увидишь. Сейчас вот сама школа – уродный центр. Да? Вот сделать дорогу и покрасить школу. Покрасить – и будет совершенно другого вида. На обратном пути в объектив нашей камеры попадает картина из ряда вон. Кое-как висящие провода линии электропередачи. С этим шутить нельзя. Сергеев тут же дает поручение навести порядок на территории. А еще заасфальтировать дорогу, побелить здание школы, отремонтировать автобусную остановку и спортплощадку. Проезжая мимо хутора Куматырь, глава осмотрел мусорную свалку и сделал остановку у родника. Как часто это делают многие автомобилисты. Съезд вроде бы есть, а сам родник словно на мусорке. Площадка должна быть благоустроена, подчеркивает Сергеев. В Курбатском он останавливается у подножия знаменитой высоты, в бою за которую погиб Сурен Аракелян. Поднимается к памятнику герою. Вечернюю экскурсию для первого лица Анапы проводит заведующая музеем Елена Ткаченко. Скажите, кто вот за этим всем ухаживает? Я ухаживаю. Не, ну вообще кто-то же делает там, какие-то вопросы. Пацан, да, они вот сейчас вот-вот начнут ремонт. То есть армянская община делает, да? Вот здесь как фундамента снимут, заменят. Лавочки, деньги мне выдали, чтобы я купила краску. Лавочки покрасим. Значит, стелу полностью ошкурят, или как она называется, да? Вот? Ну, и да. Заново побелят. Тут же я плиточку с детворой мы очистим. Или я сама, как получится. Ремонт будет вовсю. Сергеев одобрительно замечает. Приятно, что люди заботятся о памятном месте и берегут наследие предков. Мелкие недочеты заметны, но время на их исправление есть. Молодежь Анапы провела субботники вокруг православных храмов. Накануне осветили веточки вербы. В воскресенье пришли на праздничную литургию, посвященную православному празднику «Вход Господень в Иерусалим». С веточками вербы прихожане станицы Анапской пришли на праздничную литургию в церковь Святого Вознесения Господня. Не только взрослые, но и молодежь, много детей. Аня Рыжова пришла в храм с мамой и сестрой. У меня очень хорошее настроение. У меня душа спокойная и хорошо. Этот праздник называется «Вход Иисуса Христа в Иерусалим». А по-другому это вербное воскресенье. Когда Иисус входил в Иерусалим, то ему под ослика, чтобы он прошел, ложили вербы. Для маленьких казачат вера постепенно входит в повседневную жизнь. Не только патриотическому, но и духовному воспитанию подрастающего поколения казаки уделяют большое внимание. Вера для казака – самое главное слово. Что мы проходим на уроках? Мы проходим, как правильно креститься надо, как правильно держать крестное знамя, правила поведения, как надо себя вести в храмах. В рамках краевой акции ребята Центра патриотического воспитания «Радмир» и Управления по делам молодежи раздавали праздничные открытки, в которых можно было почитать историю православного праздника. Вместе с учениками во дворе средней школы номер 12 посадили вербу. Пришедший в храм учитель информатики Павел Швидко с готовностью присоединился к ребятам. Православные праздники – это самые светлые праздники, которые существует для меня, наверное, в жизни, потому что это всегда ощущение семейной теплоты, какой-то домашнего уюта. Завтра Всемирный день здоровья. В Анапе в его рамках 7 апреля на Театральной площади Общегородской день здоровья. Пройдет он под лозунгом «Время быть здоровым». Основой этого дня станет борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. День здоровья стартует в 10:00 массовой зарядкой и показательными выступлениями спортсменов. Будет организована работа интерактивных площадок. До 14 часов на площади будут работать палатки круга здоровья. Есть возможность пройти различные обследования. Специалист в области лечебной физкультуры продемонстрирует комплекс полезных упражнений. Диетолог расскажет о правильном питании и вреде алкоголя, а психолог о правильном режиме дня и профилактике стресса. В палатке «Время бросить курить» можно пройти пульсоксиметрию и исследовать на смоке-лазере, а также получить консультацию нарколога. Все консультации и обследования бесплатные. При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис. Общественники на весеннем марафоне. Территориальное общественное самоуправление участвует в ежегодном фестивале. В этот раз выступили 11 команд. Подробности в сюжете.
Первый этап конкурса – выставка, посвященная 70-летию Великой Победы. Она восхищает стремлением следовать основной тематике во всем. Привлекает разнообразие блюд, фотоотчеты о работе тостов и выставки, посвященные славным именам героев Великой Отечественной. Это главная тема домашнего задания. Многие использовали фронтовые письма своих родных. О своей ежедневной работе руководители тост в стихах и сценках. Третье задание – музыкальная пародия на любимого артиста «Один в один». Мне кажется, это для многих людей этот конкурс, он просто как вот для души, для настроения. И мне кажется, очень даже полезно люди, чтобы помнили свою культуру. Творческие подделки, национальные костюмы, картины и даже георгиевская ленточка, сделанная по-особенному, с большой любовью. Анна Медичева работает руководителем уже третий год и каждый раз с большим удовольствием участвует в конкурсе. Недаром заняла первое место. Такие конкурсы нужны обязательно людям, я считаю. Они объединяют нас. Мы учимся друг у друга, у коллег. И просто праздник для нас. Это очень весело, здорово он проходит. Второе место у Юлии Асланян, председателя квартального комитета номер 128 Приморского сельского округа. Третье у Лидии Жули, председатель квартального комитета Южный. От главы города все участники получили подарки и денежные премии. Творческие, креативные и активные руководители территориально-общественного самоуправления. Под их руководством всегда все получается. Олимпиады бывают не только в знаниях по математике, физике или русскому языку. Будущие повара-кондитеры показали свои таланты и умения на территориальном этапе краевой олимпиады профессионального мастерства, прошедшем в Анапе. Максим Тимирбаев приехал в Анапу из Кемерово. Еще в детстве наблюдал, как мама готовит на кухне. Первое блюдо, которое приготовил сам – жареная картошка. Получилось больше как пюре жареное, но все же картошка. Теперь картошка в прошлом. Сегодня Тимур соревнуется с лучшими студентами колледжей и техникумов сферы услуг в приготовлении серьезных блюд. Так как я сибиряк, вообще все сибиряки любят очень жирную пищу за счет сурового холодного климата. То есть, чтобы нагулять жирок, я готовлю рулет, фаршированный болгарским перцем со шпинатом и морковью. Ребята получили одинаковый набор продуктов. Антрекот из свинины, несколько круп и овощи. Теперь дело за воображением и умением каждого конкурсанта. На приготовление блюда 2 часа. Затем нужно защитить свою работу перед жюри. Оценивают начинающих кулинаров независимые эксперты. Профессионалы со стажем. Шеф-повара и повара анапских ресторанов и кафе. Нужно, во-первых, не о себе заботиться о том, кто будет это кушать блюда. То есть все эстетические качества должны блюда остаться, все вкусовые качества, оформление, все должно быть на высшем уровне. Как они нарезают, как они выглядят сами, то есть, чтобы никаких посторонних предметов у них не было. И не только оценивают, присматривают кадры на работу. В последнее время у нас очень, особенно в Анапе, плохая, так сказать, обстановка с хорошими кадрами, то есть поварами. Их очень сложно найти, поэтому вот стараемся бывать на таких мероприятиях, где присматриваем, общаемся и предлагаем условия работы и сотрудничества. Пока участники Олимпиады соревнуются, в соседнем зале проходят мастер-классы по приготовлению соусов, шоколадного фондю и шоу перевертышей один в один. Невероятно вкусные соусы из манго и клюквы. И это не яичница, а персики в йогурте. Греческий салат совсем не греческий. Вместо сыра – пастила. Вместо овощей – фрукты. Но на вид не отличишь. Тем временем конкурсанты уже подают готовые блюда. Абсолютно победителем стал Максим Тимирбаев. Он и поедет представлять Анапу в Краснодар. И это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды на завтра с Натальей Змызговой. Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Во вторник, 7 апреля, по православному календарю, Благовещение. Птица гнезда не вьет, девица косу не плетет. По народным приметам – ясный день к дождливому лету. Синоптики обещают облачную погоду с небольшим дождем, поэтому Анапе дождливое лето не грозит. Есть еще одна примета – дождь в этот день сулит тепло и хороший урожай ржаных культур. Температура воздуха днем – плюс 12 градусов. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч!